Девчонки, всем огромнейший привет! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодняшнее видео это будет такое видео-влог. И в этом видео я бы хотела вам рассказать и показать свою посылочку, которая мне пришла прям только сегодня на руки. Да, кстати, посылочка была от Леночки Снегирёвой. Ленок, большой тебе привет. У меня уже чешутся руки, побыстрее вам все показать и рассказать. Наверное, я думаю, что это видео вам правда будет интересно, поэтому давайте приступим. Вы знаете, я тут ее уже так хорошенечко, эту коробку раздербанила, и, честно говоря, я уже ее вскрыла перед этим, и все было отлично упаковано. Ленок, спасибо тебе большое, что каждый продукт ты запаковала в пленочку, и ни один продукт не пришел поврежденным. Это прям радует, на самом деле, поднимает настроение. Значит, первое, с чего начну. Я изначально как бы говорила и высказывала свои какие-то хотелки Лене, и, ну, что я не могу себя в городе найти, и, Леночка, спасибо огромное, что услышала меня. Значит, это у нас будет от Agane Secret Delicar, или как-то так он читается. Это боди-скраб для тела, сладкая клубника, скраб-пудинг. Я уже тут все скрыла, все было вот с такой фольгированной упаковочкой. А я уже тут даже пальцем мазнула. В общем, девчонки, я еще его не пробовала, конечно, как и все остальные продукты. Пока высказываю только, что пахнет он потрясающе вкусно клубникой. И он действительно похож на пудинг, как, знаете, такие бывают пудинговые мыла. Я не знаю, за счет чего он там скрабирует, наверное, какие-то маковые частички, но вообще продукт классный. Я слышала от многих девчонок, что вот эти вот скрабы, они очень мягкие, нежные и вообще крутые-крутые. Так что, Ленок, спасибо тебе огромное, это прям хотелка-хотелка. Вот такой вот у нас бальзам-спрей для волос «Абсолютная сила», абрикос и масло ши. Это у нас Avon Naturals. Вообще, я обожаю вот этот спрей-кондиционер, то есть бальзам-кондиционер. У меня уже такой дома, у меня там такой дома и был, и есть, и осталось у меня где-то его вот столько немножко. Вот это прям вообще, я уже хотела как раз новый такой заказывать, но, блин, спасибо огромное, Ленок, что прислала мне такой же, я прям рада безумно. Дальше я тут еще нашла одну вещь для волос. Это у нас бальзам-спрей для волос, малина и гибискус. Все, я уже открыла, все понюхала. Здесь вот распылитель такой очень классный тоже. И он поменьше будет в объемчике, он 100 мл. А здесь у нас 150, чуть-чуть поменьше. Тоже вкусно очень пахнет. Сначала гибискусом для меня идет, а потом только вот малинкой. И он такой именно как вот водичка розовенький. В общем, тоже буду пробовать, я надеюсь, он мне понравится. Вот такой шампунь от Avon Naturals. Это у нас идет 2 в 1, шампунь ополаскиватель сияния для волос, низкий уровень pH, земляника и гуава. Очень вкусно пахнет, безумно крутой пахнет, и пахнет вкусно, и вот такой у него ярко-розовый цвет. В общем, тоже буду пробовать, я думаю, что мне понравится. Класс, класс, класс. Я как-то вот, знаете, в это сейчас последнее время очень подсела все для волос, прям везде мне, и вот должны много еще заказов прийти для волос. Дальше у нас еще один шампунь, непревзойденный объем, Avon Naturals, это я от радости на самом деле. Это у нас шампунь малина и гибискус, тоже очень вкусно пахнет, вот. Но, кстати, вот в шампуне мне понравился намного больше аромат, чем вот в спрее. Спрей он какой-то немножко такой, знаете, может быть спиртовой, а вот в шампуне вообще очень вкусный, вообще классный-классный, тоже буду пробовать. Кстати, да, я теперь вся вообще в гелях для душа, у меня в ванне большая коллекция сейчас гелей стоит, Леночка мне прислала еще тут тоже целых 3. Вообще очень круто. И вообще я Avon, как бы я там не зарегистрирована и заказать не могу, поскольку Леночка этим занимается. Она мне вот очень много Avon прислала. Вообще очень классно. Спасибо, Лен, огромное. В общем, это у нас магия Индии. Что у нас здесь? Кардамон и сандаловое дерево. Крем-гель. И для меня он пахнет, знаете чем? Имбирем. Вот, да, что-то такое имбирное. Ну, буду пользоваться с удовольствием, вообще очень клево. Еще у нас один гель, это сердце Индонезии, спа тоже Avon Senses, тоже очень приятно пахнет, очень классный, тоже с удовольствием буду пользоваться. Я вообще в восторге от посылки, потому что я ее так долго ждала, и наконец-то все свершилось. Тоник от Эколаб. Это у нас тоник с гиалуроновой кислотой, тоник для лица, увлажняющий для сухой и чувствительной кожи. Без силиконов и парабенов. Знаю, что Эколаб натуральная органическая продукция. Классно, Лена. Спасибо огромное.
Девочки, у него потрясающий аромат у этого тоника. Я прям давно вот в тонике не влюблялась за их ароматы. Очень вкусно пахнет. Не знаю, как по действию, конечно, будем смотреть, но аромат очень вкусный. Такой вот от Footwork, это увлажняющий лосьон для ног, ананасовый сорбет. Какой же у него тоже приятный аромат. Прям вот ананасом свежим пахнет. И он такой желтенький внутри. Блин, одной рукой, конечно, сейчас не... открою вам, сейчас покажу. Он вот такой вот очень радужный, желтого цвета. Не знаю, сейчас видно будет, не видно. Покажу. Он очень крутой, прям вообще, с удовольствием тоже буду пользоваться, я уверена, что он понравится, и, наверное, оставлю его на лето, потому что он такой, как именно сорбет, легенький. Так, девочки, дальше. Это у нас бархатные ручки, крем для рук защитный, и здесь у нас натуральный пчелиный воск, масло жижаба и эктоин. Кстати, наверное, Леночка, и вы все знаете, что я люблю бархатные ручки. Лен, спасибо огромное. У меня как раз, кстати, два крема уже заканчиваются, а тоже от бархатных ручек, которые, кстати, мне высылала Леночка Вул. Ленок, тоже тебе привет. Одни Леночки. В общем, я люблю, спасибо огромное, буду с удовольствием пользоваться. Я уверена, я знаю, что он мне понравится, и он классный. Дальше это гель для душа Avon Senses «Морская лагуна». Я вот его очень давно хотела попробовать, у него потрясающий аромат. Он действительно, тут написано, что он с грушей, да, сочная груша. Для меня он грушей пахнет только потом, на вторых, на третьих уже таких ступенях. А сначала действительно такой морской приятный запах, безумно классный, тоже с удовольствием буду пользоваться, вообще прям... Очень рада, Лен, спасибо огромное. Я уже, наверное, столько раз сказала спасибо, но я постоянно радуюсь всяким подаркам, посылкам, так что очень приятно. И теперь пойдем с вами по декоративке для ногтей. Вот такой вот лак. Блин, у него потрясающий цвет. Это вообще, я очень люблю такие нежные цвета, вот вообще пастельные. Лен, ты прям угадала с цветом, очень крутой цвет, спасибо огромное. И еще один лак у нас тоже есть от Avon, сейчас я вам его распечатаю, покажу. Еще один лак, тоже невероятный, такой какой-то мятный цвет, немножко в голубизну отдает, очень тоже красивый. Вообще прям круто-круто. Я как раз собиралась обновить свой маникюр, потому что у меня уже что, черт чего с ногтями. Я теперь точно знаю, какие следующие будут. Тем более они в паре вообще очень красиво смотрятся. И знаю, что эвенские лаки достаточно девчонки все хвалят. Всем они очень нравятся. Еще вот таких два лака от El Corazon. Я, кстати, очень рада вообще вот этим лаком, потому что я ни разу не пробовала вот эту марку. И вообще классные большие такие упаковочки, цвета. Вот этот цвет красный вообще прям в моей душе навсегда. Красотека. Значит, номер KR07, разбитое сердце. Как называется, красиво. Прям теперь точно мое сердце. Мне очень нравится цвет, Лен, спасибо огромное. И вот этот цвет. Я такие цвета шиммерные не то что не очень люблю, просто редко покупаю. Но теперь у меня в коллекции будет и такой. Это, кстати, F10 номер. Эффект фольги. Класс, блин, Лен, спасибо. Ты прям угадала совсем. Дальше, еще вот такая у меня есть палеточка в посылочке. Это у нас Белоджи, Италия, Бело, что-то, ну, типа того, как-то так называется. Девчонки, первый раз с такой маркой знакома. Такие вот цвета. Очень красивые, кстати, цвета, такие осенние. Два таких, знаете, вот этот золотой, чуть приглушенный золотой, какой-то такой, знаете, розово-фиалковый, не знаю, и вот такой тоже очень красивый цвет. В общем, классный на осень, прям буду делать с ними макияжи крутые, надеюсь, что вообще круто. Спасибо огромное, прям класс-класс. Так, еще у нас тут была вот такая помада, я, правда, с нее липучки все поснимала, она сейчас такая липкая, но я ее тогда попозже дома вытру. Вот в таком вот оттенке, он такой прям вызывающий оттенок, прям такой вау, я думаю, что он мне подойдет, я его еще не пробовала на самом деле, но круто, наверное, под какие-то макияжи будет очень круто, такой прям ярко-розовый прям. Буду самой крутой девчонкой. Да-да. И последнее, что у нас еще было в посылках, это вот такой Alpengold Max Fun. Блин, Лен, спасибо огромное. Я вообще обожаю шоколадки, тем более такую шоколадку я съем с удовольствием. Она, наверное, вкуснячая до невозможности. Такая большая, увесистая. Буду с чаем пить. И еще вот такой блокнотик мне Леночка положила. У меня, кстати, такой же блокнотик голубой есть. Я в нем тоже, кстати, много чего пишу. И он мне действительно нужен. Классная вещь. Будет еще один. Тоже розовенький, девчачий.
прям круто-круто. Ну что, на этом все, девчонки. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И я поделилась с вами своей радостью, какой-то приятностью. Лен, спасибо тебе огромное еще раз за посылку, раз 555, наверное. Действительно ждала эту посылку, и действительно для меня это такой приятный сюрприз, который я раскрывала прям с улыбкой на лице. Все, девчонки, я с вами не прощаюсь, надеюсь, я с вами не прощаюсь. Увидимся с вами в следующих видео. Я всех обнимаю, целую, желаю прекрасного настроения и замечательной погоды. Всем пока-пока.